Чемпионом Дальневосточного федерального округа среди мужчин весовой категории свыше 105 килограммов стал мастер спорта международного класса с города Владивостока. Легенда тяжелой атлетики Коклюев Михаил. Его слово боевой 436 килограммов. Все нормально. Первый шаг сделал. Вот. Ничего не хочется говорить, загадывать. Дальше тренируемся сейчас. Едем в Китай. Сейчас еще будет тяжелее тренировки. И больше ничего говорить не буду. Всем спасибо. Мне очень понравилось. Все, задачу минимум выполнил. И очень рад. Спасибо.